Всем привет! Привет, девчонки! Меня зовут Настя. Я всех рада видеть на своем канале. И я себе заказала на Вайлдберрисе, пока по скидке, две брошки от Crystal Art. У меня нет ни одного опыта вышивки Crystal Art. Я ни разу в жизни не видела их наборов. Но я знаю, что отзывы на них очень хорошие и получаются очень приколистые вещички. Очень много я изначально выбрала себе их в корзину, около 10 штук совершенно разных, и мне там очень все понравилось, там огромное разнообразие, и фрукты, и ноженки даже есть, и, я не знаю, овощи, и какие-то палитры для красок, очень много сюжетов, очень интересных, но решила заказать два. Один с котиком для Василисы, другой с кактусом для меня. Как вы знаете, кактусы я очень люблю. Вот, для антуража нам. Волшебную страну. И хочу посмотреть, открыть. Давайте посмотрим, что же там такое в Crystal Art. Вообще наборы недорогие, стоят они около 300 рублей. Со скидкой там получились еще дешевле. Такая маленькая коробочка с руку. Отекрываем. И что тут у нас? Что-то тут очень много всего. Для начала тут вот есть какая-то... А, это брошюрка. Вот видите, какие разные. И елочка тут, и пряники какие-то, и рыбка, и перышко. В общем, чего только нет. Это, по-моему, не все, потому что я вот этих точно себе не заказывала. Что-то у меня их два. Так, инструкция... Что тут у нас в инструкции, как шить. Вот это, кстати, полезно, потому что я ни разу в жизни не шила брошь, и для меня будет это крайне полезно. На одной стороне написано вот. Пришейте белой нитью бусеры и бисер арочным швом согласно схеме. Приклейте вот схема, пожалуйста. По две бисеринки, видите? Надо пришивать. Так, ну тут понятно более-менее. Что у нас здесь? Есть лицевая, я так понимаю, сторона. Господи, кто это вырезал? Лицевая сторона для кактуса и изнаночная. То есть это будет, наверное, вот как-то так. Ага. И главное, интересно, материалы. Так, что тут у нас? Тут есть вот сковочка для... Если это будет действительно у вас брошечка. И что у нас тут... интересного. Значит, бисер такой зелененький. Бисер вот такой, смотрите, какой классный зелененький, блестящий. Зелененький. Бисер желтенький. Бисер какой-то коричнево-зеленый, хамелеончик. И пошли бусинки, самое интересное. Смотрите, одна бусинка желтенькая. Значит, 5 бусинок, 6 бусинок зелененьких, таких прозрачных, 3 бусинки вот таких красивых, зелененьких, 4 бусинки вот таких. И тут, кстати, одна бракованная. Я надеюсь, что они с запасом дают, потому что, ну, должны же давать с запасом, да, если взять. Давайте возьмем кактус, сделаем. Да, тут вот 3 бусины у них. У меня 4, одна ломаная, к сожалению. Ну, значит, у меня запас оправдался. Раз одна ломаная попалась, 3 нормально, нам потянет. Ну, вот эти, значит, даются без запаса. Смотрите, здесь 1, здесь 3. А вот эти с запасом, вот видите, здесь 4, а на кактусе их 3. Вот так. Ну, я вам хочу сказать, что... очень приличный набор, очень красивые материалы, и они идентичны обложке, что главное, потому что я, например, видела отзыв на Вайлдберрисе на набор, по-моему, гранат, и там вот эти бусины, которые здесь прозрачные, вот как раз которые у меня одна бракованная попалась, они даны обычными матовыми, вот такими, ну, то есть, ну, одинакового цвета, правда, но вот матовыми, и, конечно, смотрится совершенно по-другому. Мне нравится набор, девчонки, прям хочется начать, но если я еще и это начну, хотя можно сделать одну, да, для пробы.
Может быть, как-нибудь в прямом эфире. Мне, кстати, вот буквально едет кронштейн из Китая, как ни странно, несмотря на все вот эти вот всякие штуки страшные, что сейчас происходит. Посылка из Алиэкспресс доехала до Москвы, сейчас на таможне. Не знаю, сколько будет проходить таможня, вот она. Но если даже недели две она будет там тусоваться, ну, все равно. Во-первых, она доехала очень быстро, где-то дня за 4. Сейчас уже таможня. Ну, посмотрим, сколько, как там таможня работает вот в этой ситуации. И если будет хороший кронштейн, наконец-то я смогу вести нормальную трансляцию, у меня ничего не будет падать. Так, значит, по составу вообще меня все устраивает очень классно. И все по пакетикам, все подписано. Иголочки здесь тоже есть. Она, кстати, удобненькая. Я ее дернула для вышивки своей елочки от MP Studio. Вот смотрите, вот она вот так вот выглядит. Сейчас вам на ладошке покажу. Вот видите, вот такой длины. Это, мне кажется, оптимальная длина, потому что у меня бисерные иголки вот такие. Это от волшебной страны иголки. Вот видите, она на 2 сантиметра длиннее, и ей вышивать не так удобно. А вот этой вот от Crystal Art я очень довольна. Классная длина, вот именно такая, какая нужна. И посмотрите, какое большое ушко. И здесь, вот если сравнить, короче, его не видно. Вот оно, совсем крошечное. Короче, набор красивый, и я вообще рекомендую к покупке. Вот кому нравится, тот может себе тоже попробовать себя побаловать. У меня, если получится, я, может быть, закажу все остальные 29 штук, наверное, там. Но все равно закажу. Девчонки, второй набор. Это вот такой котик потрясающий. БП-220. Он беленький. Будем посмотреть. Это такая же брошюрка. Схему. Сейчас мы схему развернем. Что там на схеме? Угу. Она, кстати, на русском и на английском языке. Вот кто англоговорящий, вот может тоже себе такую штуку сделать. Ну, схема, в принципе, идентичная. Она как бы то же самое все прописано. Тут показано, что надо где-то что-то надрезать. Значит, также у нас есть лицевая сторона, а также есть у нас изнаночная. Какая-то странная изнаночная. Наверное, не изнаночная. А, да, изнаночная. Вот так. Вот таким вот образом. И материалы. Самое интересное для меня материалы, потому что, конечно же, они так красиво выглядят благодаря всяким вот этим бусинам разнообразным. И хочется, чтобы материалы как минимум не подкачали. Что у нас тут есть? Вот этот пакетик с булавочкой и иголка здесь на месте, потому что я взяла из кактуса. Дальше, что у нас по материалам? Давайте начнем с бисера. Во-первых, бисер здесь, вот смотрите, он ювелирный. И если взять для сравнения обычный бисер, вот я сейчас свой просто любой достану, вот видите, насколько крупнее. Это ювелирный бисер. Некоторые девчонки им вышивают картины, но это мазохизм, конечно. Я не могу себе представить, как можно вот такой мелочи вышивать. Он как минимум в 3 раза больше, но, конечно, получается у них потрясающе красивый. Ювелирный бисер вообще смотрится просто невероятно. Дальше вот такое золотисто-серебристое чудо. Вы посмотрите, какая она классная вещь. Вот такие бусинки. Вот такие бусинки. Еще вот эти бусинки. Вот эти, одна прозрачная. Мы будем, кстати, сравнивать. Прозрачную я не вижу. А вот есть, да, одна. Одна большая, одна матовая беленькая бусинка. Еще вот такие бусинки, короче, мой вообще. И вот такие, такой вот стеклярус красотовишный, совершенно блестящий. Котик должен получиться просто невероятно классный. Сейчас повыше подниму. Ну что, я вам хочу сказать, состав наборов достойный. Я прям не ожидала, что... И надеюсь, всего хватит, потому что, ну, сравнивать наличие как-то сейчас будет немножко глупо. Я надеюсь, что у меня все получится, потому что прикладными вот такими историями я еще ни разу в жизни не занималась. Что я могу сказать? Мне нравится состав, мне нравится, что очень тщательно все упаковано, все пронумеровано. Очень вот прям здорово, что тут прописано, в инструкции тоже прописано. И тут еще вот мне очень понравилось, потому что я думала, что будет как-то по-другому, что здесь, видите, все вот эти штуки,
они нарисованы, ну, в общем, детали, какие куда пришивать, а вот здесь... И когда ты пришиваешь, ты можешь, конечно, сравнивать, правильно ты пришиваешь или не очень правильно. Ну, хотя бы, чтобы ориентироваться. Производитель Клепников, ВВ, город Белгород. Молодцы ребята, хорошую вещь сделали. Это действительно интересно и присыщенным таким людям, как вот мы, вышивальщицы. Для разнообразия, конечно, можно вот так вот попробовать сделать такой вот кристалл арт. Я попробую и потом вам расскажу. Начну, наверное, я даже не знаю с чего, потому что вот эти два набора мне нравятся чрезвычайно. Я не знаю, с чего начинать пробовать. Но все-таки придется выбрать. Такие были мои покупки на сайте Wildberries. Девчонки, кто хочет что-то себе заказать, это не реклама, конечно же, потому что на Wildberries действительно очень большие скидки сейчас на вышивальные наборы. Они получаются примерно по цене совместных закупок. Это уже, наверное, третий мой заказ. Для вышивальных вообще товаров с Wildberries. И там, кстати, есть канва и даже Цвегард есть очень по хорошей цене. То есть, кому нужно, вы можете обратить внимание. Это просто как совет. Вот такие покупки, значит, у меня получились. Вот Crystal Art будем пробовать. Я надеюсь, что у нас все получится и получится хорошо. К лету на джинсовую курточку прицепить. Вообще круто, мне нравится идея. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, если вам все понравилось. Пишите обязательно комментарии. Я вас всех очень люблю, всех целую. Всем пока-пока, берегите себя. Увидимся в следующих видео.